Всем привет, друзья, это канал Акстар. И под прошлым видео набралось 100 тысяч лайков за 3 дня. Именно поэтому Рома прилетел в Питер, и мы снимаем вторую часть, притворяясь новичком. Но в этом видео есть очень крутая идея. Просто представьте, стоит, играет уличный музыкант, у него там несколько человек его слушает, и тут подхожу я, прошу у него гитару. Или я. Да. Начинаю играть очень хреново, и в этот момент собирается вокруг нас огромная толпа наших подписчиков и начинает радоваться, поддерживать, кидать деньги. Смотрим в этот момент на реакцию уличного музыканта, он там, не знаю, что, какая у него реакция даже будет. И потом мы отдаем ему гитару обратно, он начинает петь. И когда он играет хорошо, как раз по команде наша... Вся наша толпа расходится, и он остается в одиночестве. Блин, идея очень крутая в голове. Если наберем 100 тысяч лайков опять, то мы снимем третью часть, не забывайте. Ну а продолжение на канале у Ромы по ссылке в описании. И, кстати, если бы ты был подписан на мой инстаграм, ты бы знал, что мы собираем такую движуху и мог бы поучаствовать вместе с нами. Все, akstar.music, не забывай, подписывайся. Все, приятного просмотра. Погнали. Погнали. Братуха, родился сын, дай спеть одну песню. Спеть могу я и сам. Ну, пожалуйста, заплачу 500 рублей. Одну песню отдохнешь, кофе попьешь. Что за песня? Ну, какую-нибудь роковую попробую, Цоя что-нибудь. Хочешь, восьмиклассницу попробую? Витя Цой, мы тебя любим и помним. Нормально спать? Да, да. Витя Цой. Нет, нормально, 1000. Ладно, 1000. Ладно, 1000 рублей. Блин, это много. Ну ладно. За такое дело. Давай, ну стойку. Я тебе другой микрофон дам. Давай, хорошо. А гитару можно? Ну а как? Я ж, конечно, да. Тебе дам другой. Давай, давай, братух, снимай. Сейчас будет что-то невероятное. У человека родился сын. Поздравим. У меня сын. Как зовут-то сына? Саня. Саня. Раз. О, о, прикольно. Пустынной улицы твоём подожди, ты можешь? Ты просто криво играешь, мне тяжело. Блин! Сейчас, подожди, я другу. Сейчас, подожди. Фу. Снимай. Дай. Нет, 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 не, подожди. Подожди. Ну подожди, ну подожди. Ну, блин, тяжело. Ладно. Да, я дай другую. Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте. Через серые провода в небо только мне мучиться. Тучкой маленькой я верну. Разрыгаюсь косым дождем. Все знаешь, я так соскучился. Спасибо! О, надо пойдем. Что, пойдем? Все не так, все не то, как твоя девушка моя. Питер, круто! Классно играешь. Спасибо. Слушай, а можно поиграть на гитаре 2 минутки? Слушай, я никому не даю гитару, честно тебе скажу. Я вот реально, может, даже больше народу соберется. Я круто умею. Не, слушай. Реально. Ни разу никому не давал, не хочу.
Просто так давно, уже полгода не играл, хочется поиграть. Он круто играет. Не, на самом деле. Если давно не играл, тем более. Нет, серьезно, не надо. Да не, он, блин, вот, ну, народ тут у тебя стоит немного, но он... Да, слушай, ой, хорошо. А сколько у тебя есть? У меня есть 700 рублей. Слушай, за 700 рублей? 700, браток, сразу. Одну песню, 700 рублей. Ладно, давай. Одну. О, а можно эту штуку попробую? Штуку? Да. Это медиатор, если что. Угу. Умеешь? Да сейчас посмотрим. Давай то, что мы на день рождения играли тогда. А, все, понял, это... Ништяк, брат. А можешь какую, можешь другую? Ну давай вот это что, тым ты дым там ты вот, брал вот эти. Тым ты дым там ты вот, брал вот эти. Блин, что-то народ расходится, браток. Нормально сыграй. Серьезно, давай. Все, последняя песня. Последняя? Да. Все, давай, только быстро. Да. Слушай, а можно я вот без этой штуки? Давай. Круто получается. Да есть эта штука, на самом деле, медиатор, да? Да, медиатор. Вот с ней что-то мне потяжелее играть. Я с ней никогда не играл, но я думал, может быть, с ней попроще будет. Ну, ладно, спасибо. Ну ладно, пойдем. Спасибо, брат. Да, на здоровье. Это что у тебя? Знаешь? Кенгро, что ли? Ага. Не видел такого раньше. Блин, кстати, там еще обновление новое вышло сейчас. Короче, извини, но я должен рассказать об этом ребятам. Мне уйти, что ли? Ну да. Ну ладно. И не подслушивай. Так вот, я думаю, многие знают, что Тимбро — это приложение для обучения игры на гитаре. В общем, научиться также вжаривать и удивлять всех своих друзей. Напомню, что с Тимбро ты обучаешься прямо на своей гитаре. Полнейший интерактив, то есть оно с помощью микрофона считывает то, что ты играешь, следит за твоей ритмикой и вообще показывает, на какой струне какой лад прижать, с каким ритмом, показывает, где ты ошибаешься. А по поводу обновления. В общем, Тимбро теперь умеет распознавать твой уровень игры и подстраивать курс занятий индивидуально под тебя. Помимо этого, следит за твоим прогрессом, награждает тебя всякими звонками и достижениями, и экономит твои деньги на репетиторах и сомнительных преподов с Авито. Если ты новичок, то и упражнения на отработку гаммы и аккордов будут простые, а если ты уже профи, то приложение самостоятельно перейдет на сложные упражнения, а пройти все на отлично — тот еще челлендж, поверьте. Эту фичу многие ждали, в том числе и я, и круто, что ее наконец-то добавили. Но я тебя хочу посоветовать отработку гаммы и аккордов, то есть если ты хочешь аккомпанимировать себе под свой вокал, то есть стандартная АМ-ушка, быстро переставлять пальцы между аккордами, то тебе в отработку аккордов. А если ты хочешь развить свою моторику пальцев, чтобы твои пальчики бегали, и у тебя была самая быстрая рука на диком западе, то тебе в отработку гамм тоже очень полезно. В общем, не откладывай свое обучение, научись вжаривать на гитаре и удиви своих близких прямо сейчас. Качай Тимбро по ссылочке в описании. Ну а теперь идем дальше. Короче, опять большой мужик здоровый, которому страшно идти, и опять на свои фамы разыгрываем. Блин, кто ну к нему. Круто поет, играет, не знаю, даст, не даст, но очень круто. Давай, поехали. Вообще народу много, не знаю. Поехали. Давай, на суефа. 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 Я пошел. Только не сын родился, давай что-нибудь другое. Здорово. Брат, как зовут тебя? Антон. Круто играешь, Антох. Спасибо.
Слушай, можем брат меня на фоне Питера запишет, как я играю? На память. Гитаре? Слушай, ну не караоке здесь. Давай, 300? 300 сразу. Пожалуйста. Я нормально, не подведу. Не, сейчас нормально все, не переживай. Я прям... Давай. Не, я так попробую руками. Сейчас я попробую, ребят, я занимался. Давайте. Темно-оранжевый закат на фоне потресканный домов. Так хотела рассказать. Блин, барре тяжело зажимает сейчас. Темно-оранжевый закат на фоне потресканный домов. Вот эта струна, можешь подержать струну, пожалуйста? Сейчас, подожди, сейчас. Сейчас, о, подожди, вот так. Но ты это с кем бы не была ты, я не сдамся без бою. Я не сдамся без бою. На-на-на-на-на-на-на-на. Щось я не зумію. Забудити завчасно, все ясно, зі мною тепер і не завжди пізнаний день. Это була шутка, братуха. Аплодисменты все! Ой, бачко! Спасибо. Давай сюда чуть-чуть. Кончилась путевка, и в окон плацкарт не меня нес. Жена, иди сфоткай меня быстрее. Жень, сфоткай меня. Крытку парая, а другой открытки я даже выркнула. Дай тогда сыграть! Для вас сегодня выступал Акстар. Давайте, друзья, шума немножко. Ну что, если вы позвали, мы продолжим. О! Очень красиво, спасибо, ребят. Спасибо большое. Слушайте, меня... а можно поиграть на гитаре немножечко? А ты что, играешь? Да, я умею играть, учился. Я просто 3 минутки очень давно... Но я нормально сыграю. Короче, дело такое, я не особо, короче, даю свой инструмент кому-то. Ты занимался или что? Занимался. Да я хочу просто снять, он очень круто играет. Вообще, на самом деле, он прям профи. Просто мы в Питер приехали. Да, приехали издалека. В Питер и хочу вот хочу на память, снять. Чтобы осталось какое-нибудь видео. У нас просто своей гитары нету. Мы бы и сами сняли. Только одно будет условие. Это, короче, я с этой девочкой 15 лет. Поэтому, пожалуйста, отнесись к ней. Очень аккуратно. Ладно, хорошо. Катя, сделаем перерывчик. Ладно? Окей, хорошо. Делай красиво, делай красиво. Да, делай как ты можешь. Красавчик. Из нас он гонометр, да, знаешь, такой? О, вот это да! Он это ровно вообще классно играет. Сейчас, ну я понял. Прикольно. Тебе сколько лет? 18. Нормально. Хочу вот это, выступать на концертах с гитарой, вот моя мечта. Вот как слушай, думаешь? Ты видишь, что здесь написано? На удачу и мечту. Мне кажется, у каждого главное человека должна быть... практика, еще раз мечта, практика. Если ты что-то хочешь, делай, и рано или поздно это обязательно случится. Сейчас еще есть это... как там? Thank you.
Спасибо. Мне тоже почти 18, Кате 17. Короче, ребят, условия такие. Находим музыканта, если у него немного людей, мы подходим, или я, или Паша, и начинаем играть какую-то дичь. И вы постепенно начинаете собираться вокруг нас и с таким счастливым лицом смотреть, типа, круто, там можешь подкинуть мелочь, вот. Да. После этого я даю гитару музыканту, и вы все расходитесь. Короче, понятно? Я думаю... Похлопаем все вместе! Ребят, в прошлом видео я показывал график подписок, и спасибо тем, кто подписался, потому что он изменился, теперь выглядит вот так. В общем, всем спасибо. И ты подписывайся, если вдруг не подписан, чтобы смотреть такие крутые видосы. Давай я тебя поснимаю, брат. Смотри, мы приехали из Москвы, у меня родился сын. Он специально для этого, говорит, выучил пьесу одну, он очень круто играет. Можно он попробует на твоей гитаре сыграть? Да, для брата своего. Девушку заплатит, можно? Хорошо, хорошо, сейчас я расскажу. Давай. В общем, ребята, которые меня слушают, тут молодой человек хочет сыграть песню. Я думаю, можно, да, открытый микрофон. Спасибо большое. Спасибо. Да не, он классно играет, не переживай. Это куда? Это вот так. А, вот так. Так, нормально? А что это? Медиатор. Так это... Ладно. Пусть висит. Братуха, давай. Красава, брат. Нормально? Блин, старался всю ночь. Нормально, да. Смотри, народ собрал. Воу, красавчик. Ну, ладно, спасибо. Хорошо же было, нормально? Хорошо, вообще круто. Спасибо. Ну да. Спасибо большое, увидимся, пока. Пока. Хорошего дня. Вот. Играем нервы? Все знают нервы? Да, отлично. Значит, песня будет. Слушай, как тебя зовут? Не переживай, это... Дарина, на самом деле, на самом деле ты очень круто играешь, это, да. Было, это была шутка. Ребят, вернитесь, пожалуйста, общем, сюда все. Мы снимаем пранк. Это и... пранк для Ютуба, Ютуб-канал. Да, так что не переживай. Дайте аплодисменты Дарине, она классно поет. Не переживай. Спасибо. Вот. Расскажи про свои эмоции. Да просто, блин. Я как-то очень расстроилась, что все начали расходиться. Я думаю, блин, такую толпу собрал. Кстати, ну, ты, конечно, извини, но ты не очень играешь, да? И ты такую толпу собрал, и я думаю, блин, почему они уходят? Я же вроде нормально пою, и вроде такие хотели послушать. Ну, это было все подстроено. Спасибо тебе, да, хорошего дня. Спасибо. Вот, если я такой... Вот. Спасибо. О, вот. Спасибо. Надеюсь, вы меня теперь послушаете. Дома. А, друзья, это было противозаконно, это просто было, короче, художественное исполнение. Так что не считайте это за преступление, не забирайте меня в другие места отдаленные. Поем припев. Готов, вопрос, один вопросик. А можно поиграть? 500 рублей, сори. Окей, окей. Опа! Надо было, я тебе говорю, не, он не просто, он...
Подожди, а петь-то будешь? Не, я не хочу. Послушай, ты каподаст тебе. А что это такое? Ну, это такая штука, она пережимает. А тебе не нужна. Короче, тебе пока не надо. Ты покажи, как ты круто играешь. А с ней лучше звук? Давай, давай. Нет, в смысле, он просто сжимает лады. Давай, он старается, пацаны, он сейчас. Как тебя зовут, брат? Паша. Вот здесь нажми. А хочешь сделать вот так, смотри, я знаю, что нужно играть. Не, подожди, смотри. Подожди, давай другую. Не, у него давай вот это смотри. То, что вчера показывал. Бери на себя лад, поехали. И... Да, там басок нужен, пятый, пятый бас. Вот это вот. Только не, пятый ты. Я все разгадал заново. Дальше не знаю. Я хочу, Бро, я понял, что ты хочешь сыграть, да, я тоже это учил в начале, когда... А ну попробуй, попробуй нормально вот эту тему, чтобы... Ему сложно будет. Я знаю, что. Погоди, я знаю, кто ты. Ты блогер Атрак, Атрак. Все, ты же гуляй. Тебя спалило Я разгадал вашу загадку, друзья, нам было не сладко. Мы делаем контент прямо здесь, на YouTube. И мы видим, как открываются эта пара губ. Наверное, ничего не слышно, потому что гитары перебивают. Но сделай просто погромче колонки, моя зая. Кстати, этот парень может играть мне в какой-нибудь, биток. Канал, это то, что ты именно ждал на YouTube так давно, но там было полное говно. Ты читаешь ссылки, у тебя в глазах темно, и все сайты путаются, и эти складки, и тебе уже на душе вообще давно не сладко. Но тут ты находишь этот канал этого парня. Он играет там, дергает струны гитарные. Как же этот канал называется? Напомни мне по-братски, бро. Гитара с нуля, вот так именно я хотел сказать, но, конечно, забыл. А почему? Потому что нужно было keep it real, а я забыл, я дебил, я на улице красал мозги. Друзья, так темно, что не видно низги, будет через 5 часов. Акстар, конечно, вот, итак, друзья, я уже не буду таким, как прежде, после того, как я увидел этот канал, как он валит рап. Друзья, я понял, что я просто наглый хам, что вышел и даю целый вид, что играю на гитаре. Я вообще ничего не умею делать, я в угаре просто стою, и припев мы к нему подходим, конечно. Итак, припев звучит так же, как прежде, такие же слова, которые все знают, мы споем их вместе. Ну помните эту песню? Я помню белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое. Двое откуда, задвигаем шторы, копье, кружки, вы понимаете, о чем я стыл? Да, ты сиди теперь на мактер, почему я на ней? И Денис Грязный... Ты круто поешь, круто фристайлишь, это вообще очень круто. Ребят, спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, нажмите лайк. И если мы соберем 100 тысяч лайков, мы запишем третью часть. Вот, продолжение на канале у Ромы. Гитара с нуля. Все. Не забывай про подписку, лайк, комментарий, колокольчик. В общем, всю эту тему. Спасибо. До встречи.